Микс. Приветствуем вас на канале Бурмикс. С вами дядь Миша и, конечно же, Дина. Сегодня приготовим сырно-сельдевую закуску. А чтобы было интереснее, сделаем ее в виде символа Нового года, наступающего года, мыши. Ну что ж, поехали! Начинаем приготовление с начинки. Яйца режем точно напополам, потому что белки нам пригодятся, мы их будем фаршировать. А желтки отправляем в глубокую чашу и вилкой тщательно разминаем. К желткам отправляем сливочный сыр. Нарезаем мелко укроп и петрушку. Кольцами нарезаем белую часть зеленого лука. Также отправляем в чашу и перемешиваем. Отваренную морковку и селедку нарезаем мелким кубиком. Как разделывать селедку, я уже показывал в одном из предыдущих видео. Ссылка появится в верхнем углу. Кому надо, смотрите. Это легко и просто. Морковку и сельдь складываем в чашу, перемешиваем и пробуем на вкус. Идеально! Подготавливаем остальные ингредиенты для нашей закуски. Тонкими ломтиками нарезаем огурец, редиску, а также отрезаем хвостики от редисок. Они нам пригодятся. Для изготовления мыши нам понадобится редис. Из нее мы изготовим нос, уши, хвост. Семена льна в количестве 2 штуки. И ломтик огурца. Еще вот это крекер. Можно использовать печенье несладкое или галету, тоже подойдет. А теперь устроим соревнование, кто же быстрее сделает мышку. Поехали! Как всегда, победила любовь. Ну что ж, давайте пробовать. Прежде чем попробовать, посмотрите, как много у нас осталось неиспользованной начинки. Но поверьте, друзья, ни грамма ее не пропадет. Ее можно есть и так, ее можно намазывать на хлеб, на тост. Одним словом, использовать по назначению и радоваться восхитительному вкусу. Ну а теперь давайте пробовать. Просто весело и вкусно. Кстати, друзья, если вы задумаете делать эту закуску заранее, то на крекер не кладите сразу огурчик, а вначале положите сырок, а только потом огурчик, иначе крекер у вас за время стояния отсыреет. Ну и все, пока-пока, до новых вкусных рецептов и до новых встреч.